коронавирус затрагивает все сферы нашей жизни. О том, какие же привилегии будут у должников во время карантина, смотрите в этом видео. Здравствуйте, меня зовут Иван Жаботинский, я частный исполнитель исполнительного округа города Киева. Итак, поехали. 17 марта Верховная Рада Украины приняла закон о коронавирусной болезни. Ссылка на закон будет в описании. Согласно этого закона, в период действия карантина и в течение 30 дней после его окончания запрещено принудительное выселение из жилья, обращение взыскания на жилье по долгам за жилищно-коммунальные услуги. Также закон обязывает Кабинет министров в кратчайшие сроки разработать нормативные акты, которые остановят обращение взыскания на предмет ипотеки. Кроме того, на днях глава Ассоциации частных исполнителей Украины разослал всем частным исполнителям письма, в которых он просит не обращать взыскания на предмет ипотеки, даже несмотря на то, что Кабинет министров пока не разработал соответствующие нормативные акты. Частным исполнителям рекомендовано во время действия карантина воздержаться от наложения ареста на счета физических лиц до установления назначения этих счетов. Это сделано для того, чтобы избежать блокирования зарплат, пенсий и других социальных поступлений на счетах. Полностью поддерживаю данные меры. Берегите себя в это неспокойное время. Всем пока.